Из Ивановского зоопарка улетел сокол по кличке Бандит. Это крупная хищная птица. Его длина составляет 34-50 сантиметров. Верхняя часть туловища, включая узкие заостренные крылья и надхвости, темно-серая, с нечеткими темными поперечными полосками. Птица ручная, не боится ни собак, ни машин, поэтому может погибнуть на воле. Всем, кому что-либо известно о нахождении сокола, просьба сообщить по телефону 30-09-58. Узнать Бандита можно по кольцу на лапке. Оно такое же, как и у этого сокола. У нас на тренировочных занятиях улетел сокол-сапсан. Животное достаточно редкое, в наших местах он вообще не обитает. Видимо, что-то напугало его. И вот он отлетел, мы его искали, найти не можем. Обращайте, пожалуйста, на то, что у него на лапах есть вот кожаные такие пуцы, ремешки. Потому что у нас некоторые путают ястребов